Добро пожаловать на канал, дорогие друзья! Сегодня приготовлю жареный хек. Он получается особенно вкусным и сочным, если знать некоторые кулинарные нюансы. Первым делом нужно полностью разморозить тушку хека при комнатной температуре. Я не рекомендую размораживать рыбу в теплой воде или в микроволновке. При размораживании таким способом теряется сок, который содержится в рыбе, и рыба получается сухой и невкусной. После размораживания рыбу тщательно мою, высушиваю бумажными полотенцами и разрезаю на ломтики приблизительно толщиной не более 2 сантиметров. Чтобы рыба не крошилась во время жарки, за 10-15 минут до начала жарки солю рыбу и оставляю ее полежать 10-15 минут, чтобы соль хорошо впиталась. Перед жаркой каждый кусочек рыбы нужно хорошо обвалять в муке со всех сторон. Я не рекомендую панировать рыбу в сухарях, потому что при жарке они отстанут. На разогретую сковородку я уже выложила рыбу. Любая рыба будет вкуснее, если ее обжарить на смеси подсолнечного и сливочного масла. Рыбу буду обжаривать с каждой стороны приблизительно по 5-6 минут до золотистой корочки. Рыбу обжариваю на среднем огне. Сковороду ни в коем случае не накрывайте крышкой, иначе у вас не получится красивая золотистая корочка на рыбе. Рыба уже готова, она хорошо прожарилась со всех сторон. Вот такой получается готовый хек. Хорошо видно, что он не пережарен, поэтому он получается сочным и вкусным. Друзья, подписывайтесь на канал, будет очень много полезной информации.